Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всевышний Аллах завершил пророчество своим последним пророком и посланником Мухаммадом, саллиллаху алейхи ва саллям, так же, как и завершил ниспослание откровений и священных писаний Корана. Коран – это речь Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, которую он передал пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, через своего ангела Джибриля. Именно в месяц Рамадан началось ниспослание Корана. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, сказал: «Шахру Рамадан, аллязи унзиля фихи Кур'ан» – месяц Рамадан, в который началось ниспослание Кур'ана. От Ибн Аббаса, рады Аллаху Ангу, передается, что именно в месяц Рамадан к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приходил Джибриль и повторял с ним Коран на протяжении всего месяца. И именно в этот месяц пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был щедрее вольного ветра. Многие мусульмане стараются прочитать на протяжении всего месяца полностью Коран. Однако по завершению месяца Рамадан многие из нас оставляют чтение Корана до следующего года. И это большое упущение и большая ошибка, которая показывает наше истинное отношение к слову Аллаха, субханаху ва та'аля. Так же, как и многие из нас иногда пренебрегают или забывают о повелениях и приказах Всевышнего Аллаха, которые содержатся в этой книге, что влечет за собой грехи и ослушания Всевышнего Аллаха. Я призываю в первую очередь самого себя, а затем вас, побольше читать книгу Аллаха не только в месяц Рамадан, но и в остальные месяцы года. Также я призываю самого себя, а затем вас, воплощать прочитанное в жизнь. Ведь Коран – это не только книга, которую нужно читать, но и в первую очередь это руководство для всего человечества.